В области Абай паводковая ситуация стабилизируется. Уровень воды в реках немного понизился, а эвакуированные жители возвращаются домой. Уровень воды в реке Бугас вчера поднялся больше, чем на 3,5 метра. Все прибрежные села региона оказались под угрозой подтопления. ДЧС объявила эвакуацию. Дома покинули жители двух сел в Аксуатском районе. Переселить в школу-интернат пришлось 170 жителей Аягоза. Там под угрозой подтопления оказались 43 дома. В 8 вечера нас предупредили о необходимости покинуть дома. Мы решили заселиться пока у родственников. Приехали автобусы, нам помогли эвакуироваться. Честники делали все возможное, чтобы предотвратить паводки. Укладывали мешки вдоль реки. Все было слажено. Радуемся, что пронесло. 26 марта вода смыла мост, соединяющий село Бозай с районным центром. К аварийно-спасательным работам подключились волонтеры из числа молодежи. Они на лодках доставляют сельчанам продукты. Спасатели и полицейские работают в усиленном режиме. Всего в целях предупреждения паводковой ситуации на территории области задействованы силы и средства департамента ПЧС в количестве 82 человека, 15 единиц техники, 7 плавсредств и 10 мотопомп. На данный момент сохраняется сложная паводковая обстановка на территории Аксуатского, Жарминского, Аягозского, Копектинского, Бородулихского, Бескарагайского и Абайского районов. Подтопленные села в Жарминском и Аягозском районах посетил глава региона. Местных жителей заверили, что держат ситуацию под контролем. Сабит Рахимбай, Азамат Касым, Медет Умирханов, область Абай, 24 КЗ.